Что значит работать в команде, знают не только участники фестиваля. В нашем деле это тоже немаловажно. Так уж получилось, что простуда застала врасплох прямо перед самым вылетом. На помощь пришел мой коллега-оператор. Сегодня он будет в кадре. Команда по машинам. Экипаж нашего аэростата отправляется к месту старта. Нас взял на борт своего воздушного корабля пилот из тамбовской команды Павел Воронин. Точка взлета – поле у поселка Таврово. Место выбирают не только по рельефу. Аэронавтам нужно тщательно изучать метеоусловия. Ну что, ты узнала, что они тут делают? Они сейчас выбирают точку старта в зависимости от направления ветра. С ролью анемометра хорошо справляется простой воздушный шарик. В команде, кроме нас и пилота, помощник. Он будет следовать по курсу корабля, только уже по земле и на автомобиле. А как ваш помощник может потом нас найти, где мы приземлились? У меня в корзине, у помощника в машине есть радиостанции переносные. Вот такие. Если вдруг связь плохая или пропадает, разное бывает, батарейка садится. Есть программа, на Android стоит, что у него, что у меня. То есть он видит в реальном времени, где я нахожусь, мою скорость, мою траекторию полета и так далее. Покорять небосвод Белогорья Павел Воронин будет впервые. 2 года назад он участвовал в фестивале в составе команды подбора. Теперь он сам пилот, да еще и с юмором. К конкурсному заданию подошел творчески. Сегодня эксклюзив, все-таки Кейграб. Мы будем штурмовать корабль на водохранилище. Пиратский образ, йо-хо-хо и бутылка рома. Что такое Кейграб, мы узнали позже. А пока готовимся к полету. Чтобы запустить в небо этот воздушный шар, нужно чуть больше 20 минут. Запаса газа в баллонах летом хватает на 2 часа. Наш курс к территории за пляжем Лазурный. Пока мы наслаждались видами родного края, пилот сосредоточенно вглядывался вдаль. Ему нужно взять цель. А это что? А это маркер, который надо бросить и попасть в корзину, которая стоит в барже. А баржа стоит, пока не почти. Здесь-то мы и узнали, что такое Кейграб. Это соревнование для воздухоплавателей. На кону 100 тысяч рублей. Пилотам нужно было пролететь над водной гладью Белгородского водохранилища так, чтобы попасть маркером в корзину на хаус-боте «Белгородец». Задача не из легких. Каждый аэронавт сам выбирает тактику и стратегию. С земли маршрут корректирует помощник. Сейчас чуть поближе, когда будем подлетать, будем стараться спускаться ниже, там курс левее. И подойти вот примерно, наверное, повторить подвиг крымчан. Что-то далеко, долго, расчетник. Как-то можно скорректировать. Мы вот сейчас как бы пытаемся по высотам, немножко ветер меняется, вправо, влево доворачивать. Мы этим пытаемся рулить. Здесь нет мотора и крыльев, управление требует особых навыков. В помощь только горелка и выпускной клапан, поэтому и обучение пилота стоит недешево, около 200 тысяч. Да и цена аэростата в среднем соизмерима с ценой иномарки эконом-класса. Павел Воронин в жизни водитель автобуса. Воздухоплавание – его хобби. В небо влюбился с первого взгляда. Начал прыгать с парашютом в 2012 году, и после этого вот уже все. В это влюбляешься, и это не отпускает, наверное, никогда. Летим мы со скоростью 18 км в час, на высоте 260 метров. Сзади нас дождь догоняет, все отлично. За полчаса полета успеваешь не только почувствовать крылья за спиной, но и ощутить себя великаном, у которого под ногами маленький игрушечный город с крошечными человечками. В прошлый раз мы летали, мы приземлились в болото, а сейчас куда мы летим по прогнозу? Сейчас мы летим на ровную мягкую травку. Мягкой посадки не получилось. Да и корзина на палубе Белгородца не покорилась никому. Ветер помешал. Но зато эмоции у всех через край. Как впечатление, как посадка. Нормально, не в болото. В поле немножко, так нормально. Летать приходилось по всей России и за рубежом. Но Белогорье вообще, ну, шикарный край. Мы уже 4-й раз сюда приезжаем. И из-за этого, если бы нам не нравился, если бы не любили, мы бы сюда не приезжали. Он улетел, но обещал вернуться. С борта воздушного корабля репортаж вел видеооператор Эдуард Горелов, который с ролью корреспондента справился. А также Наталья Войтенко специально для программы «Такой день на мире Белогорья».